В минувшее воскресенье православный мир отметил самый главный и светлый духовный праздник – Пасху Христову. В Тверской области, как и по всей России, в храмах состоялись торжественные богослужения, но одно из них было особенным. Поскольку прошло после векового перерыва в новом кафедральном соборе столицы Верхневолжья – Спасо-Преображенском соборе. Нынешняя Пасха, несомненно, войдет в историю Тверского православного мира. И дело даже не в сроках ее проведения, такое бывало и раньше, в мае. Дело в том, что впервые пасхальные богослужения прошли в возрождаемом Тверском Спасо-Преображенском соборе. И что самое интересное, это произошло впервые за 100 с лишним лет. В последний раз в Тверском Спасе Пасху отмечали в 1923 году. На протяжении 6,5 веков Спасо-Преображенский собор был главным духовным символом Верхневолжья. Его заложили в 1285 году. Это была первая каменная церковь, построенная в Северо-Восточной Руси после монгольского нашествия. В 1935 году большевики снесли храм, но в 2014 началось его возрождение. Сейчас активно ведутся работы по облицовке, а интерьеры даже в пока еще не завершенном виде уже поражают. Исторически значимо для нашего города и в том числе для духовной жизни, для культуры нашего города. Поэтому, безусловно, радуюсь, то, что сейчас я могу быть здесь. Вместе с простыми горожанами в торжественном богослужении принял участие и губернатор Игорь Руденя. Он поздравил прихожан, отметив, что этот праздник вселяет в нас веру в будущее, обращает к вечным ценностям, которые во все времена были источником несокрушимой духовной силы, единства и величия России. Напомним, что в этот день христиане отмечают воскрешение Иисуса Христа из мертвых. С этого момента двери в рай стали открыты для праведников. Никто пусть не жалуется на бедность, ибо открылось общее царство. Никто пусть не плачет о грехах, ибо из гроба воссияло прощение. Никто пусть не боится смерти, ибо освободила нас смерть Спасителя. Важным моментом праздничного богослужения стал крестный ход вокруг Спасо-Преображенского собора. Это еще один символ радости верующих по случаю воскрешения Спасителя Иисуса Христа. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе!